Ребята, всем привет! На текущий момент 2906 подписчиков на моем основном канале Владислав Шиндяпин. 2906 подписчиков. То прибавляется, то убавляется, то опять прибавляется, непонятно. Вот тут один ролик, конечно, взлетел на 200 просмотров, на 200 подписок. И человек подписались на шортах. Это, кстати, хорошо. И дальше вот тоже подписки шли-шли. Мы наберем 3000 подписчиков. А я вам так скажу, 3000-ный подписчик на этом канале, на основном моем канале, я его считаю основным каналом, так я больше видосов на него снимаю, чем на остальные каналы. Вот, и 3000-ный подписчик получит 100 рублей. Да, это немного, ребят. Но все-таки за одну подписку, если ты будешь 3000-ным подписчиком вот здесь, вот ты получишь 100 рублей от меня. На карту, на номер телефона, куда пожелаешь, как бы. Ну, 100 рублей, все-таки что-то. Так что не забывайте подписываться на мой основной канал, вот на этот вот, на ютубе. 3000-ный подписчик получит 100 рублей. Немного, но приятно. А кто еще раз дает за подписку, за одну подписку 100 рублей? Да никто, никто на ютубе. А я же буду раздавать. Ты хочешь больше? 500, 1000 рублей, 5000 рублей? Да, оно того не стоит, ребят. Одна подписка того не стоит. Даже 100 рублей одна подписка не стоит, на самом деле. Есть ролики, которые можно выпустить. Ты получишь 20 подписчиков за просто так. За то, что ты снял видос, какой-то влог, там еще что-то. Я видел ролики у меня, которые приносили по 20-30 подписчиков просто так. В течение года. То есть ролик крутится в течение года, и он набирает 20-30-40 подписчиков. Я очень благодарен тем, кто подписан, но просмотров не соответствует моим подписчикам. И это, кстати, нормально. Вы можете посмотреть любые другие каналы, там где миллион подписчиков, там не везде есть даже 10 тысяч просмотров. А у канала Зверье это вот один и тот же пример. 150 зрителей, а обычно было 70-80 зрителей, вот я видел. Я даже скриншоты вам могу отправить, где у него было 68 зрителей на протяжении 2 часов стрима. Вот, а сейчас, ну, вчера у него на стриме что-то там 150 набралось зрителей. Но опять же, у него 1 100 000 с копейками там уже. Уже скоро 1 200 000 будет. А он все никак не наберет, потому что люди не подписываются на него. Вот, так что не забывайте подписываться на мой основной канал. Кто желает, может оформить на нем спонсорскую подписку на канал. Это дополнительные бонусы для вас будут. Дополнительные ролики я буду выпускать. Ролики сразу же без монтажа будут. То есть ролики будут раньше выходить для вас. Для спонсоров ролики будут выходить раньше. Если вас наберется там 10-15 человек, ролики для вас будут выходить раньше. Для спонсоров они выходят всегда раньше. А также будут ролики те, которые не будут опускаться на основной канал. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, не затянул. И до скорого.